Вот ждем, пока всплывет утка. Она что-то так офигенно ушла под воду. Ее сожрали. Слышь, походу, да, походу ее. А, во. Смотри-ка, еще живая пока что. Оп, опять ушла. Наверное, утка нырун какой-нибудь там. Это нырок. Как есть, знаешь, у нас лодки. У нас лодки есть нырок, называется в этом. Надувные. Я всегда такая ассоциация, ну, типа, лодка нырок там. Значит, на ней нырять хорошо. Ну. Знаешь. И, слушай, она ныряет и ныряет. Ты думаешь? Вот смотри, иди сюда. Вон, видишь? Берег. Медуза. Медуза вон там. Окончурилась, по-моему. Там вот эти ракушки еще вот. Это парк. Если бы здесь был такой, я думаю, обрыв, тут бы был бы какая-нибудь стоянка кораблей бы тогда была. Вон, да, вот там медузы, если вы увидите, вот справа от макета плавает такая. Кстати, медуз здесь дохрена, особенно вот в осенний период, когда закрывается купальный сезон, очень много медуз. Серьезно, там люди просто, знаешь, заходишь, а там их кишит этими медузами, все в ожогах просто. Такой ужас такой. Поэтому, если вы хотите покупаться, не ездите в Японию осенью. Хотя осенью, наверное, самое лучшее время и весной в Японии, потому что ни жарко, ни холодно. Вот.